Хей, с вами Шмики, мы поиграем сегодня в игру под названием Dark Medieval Times. Нам сразу тут предупреждение дают, что эта версия не финальная. И нам говорят, что возможно... Ну, короче, что-то не финальный продукт, бла-бла-бла. Английское как транслирование, либо перевод будет в версии специальной. Финальная версия, бла-бла-бла, на ПК. И, короче, есть варианты, что тут будут баги, глюки и все такое. Это альфа только у нас. Поэтому как-то так. Ага. Сразу у нас идет под Game Pad. Я только знаю. Ага, все хорошо, понял. Fight. Так, мне кажется, она не очень громко, да, играет музыка. Поехали. Ну, пока что начальная загрузка такая более прикольно выглядит. Именно внизу вот это эффект. Так, мы играем за какого-то скелета. Скажу сразу. Ага, это определенный радиус, куда мы можем смотреть. Move, interact. Короче, передвижение и читать. Прыжок у нас... Ага, у нас есть стамина сверху, магия и ХП. Один удар — это 15. Да. У нас есть отскок, который забирает 20, и блок. Так, походу-то у нас активные предметы. Пока что их трогать не буду. Немножко, конечно, не управление. О, у нас есть двойной прыжок. Хорошо, мы можем с вами скользовать. Так. Открыть меню. Меню у нас через пробелик. Так, инвентарь. Да, какой-то реликт. И резонансовый колокольчик. Ясно, что это. Фамилия. Пенданте. Короче, молоток. Бинокль. И фонарик. Кристалл фонарей. Так, статусы. У нас здесь есть левел, сразу замечу, прокачка. Спирит, скорее всего, это души. И Required Spirits, это проклятые души, да. Атрибутика жизни, стамина. Residence. Скорее всего, броня, защита, сопротивление. Сила. Ловкость. И магия. Так, айтемы. Recovery. Атака Power у нас есть, крит, крит бонус в дамаг, сопротивляемость его находится в самой левой части. Добро, карта. Карту мы еще открыть не можем. Опции, сохранить и выйти. Давайте инвентарь. Sword. Это мечи у нас есть. Что вообще по оружию, как можно понять? Ну это меч. Хорошо, мы его сразу экипировали. Баночки, скляночки, ладно. Походу, эффекты, да, какие у нас, типа, на оружие? На силу и ловкость, CD. Так, атака обычная. Это используемая, которая энергии тратится. 25%, бла-бла-бла-бла-бла-бла. У нас есть мечи, топоры, молоты.
Спирит это типа рапир, ну или копья. Вот рапира, это меч тонкий, кат, меч, о, катана, прикольно. Двойные мечи, магический посох, руническая книга и какие-то перчатки. Так, ладно, не суть. Я вижу сверху зомби. Так, за прыгайте тавр и стен. Какие-то, короче, куски стен можно цепляться. Ага, хорошо. Мы получили кости. Так, атака. Если мы видим такой молочок, значит нужно атаковать. Добро. А, нам чтобы куда-то пройти, нужно построить это. Допустим. Там какой-то туман. Я даже туда ходить не хочу. Что? Не, нужно не забывать о двойном прыжке. Окей, поехали. Знаете, типа этих? Плащ Девы, или как она называет? Блин, вот это опасно, опасно. Нужно, чтобы они сделали прыжок на другую букву. Ну, хотя бы на букву, я не знаю. Просто так это не очень удобно. Так, ладно. Двери. Бинокль. Так, вижу зомби сразу же. Так, прыга, атака, бла-бла, блок. Ага. Зомби у нас не блокаются. Какие-то зомби что-то там. Кости. Секретных стен пока что я не вижу. Так, кастом и бла-бла-бла-бла. Это я понял. Так, там у нас двое. Так, слизни сверху. Вижу костер. Скорее всего, это аналог у нас идет Dark Souls. Ну, по сути, сама игра похожа вся на Dark Souls. Так, алхимический том. Так, левел ап, алхимия. Это можно создавать зелья. Хорошо, у нас 40... А, 34 вида зелий. Пилюли. Так, у нас есть тут, короче говоря, крафт. Миссии. Это миссии? Да, миссии. Ач... Тревел закрыто. Левел ап. Походу мне нужно косарь душ, чтобы прокачаться. Да, это мне нужно сколько душ, чтобы прокачаться. Пустим. Враги восстанавливаются. Move, jump, чтобы спуститься.
Я не могу пройти, пока не убью их. Ого. Я ману потратил. Добро. Я могу кувырок делать вперед. Пушка. Что это такое? Я визуально понять не могу, что это такое. Это, походу, у нас хилки, местные хилки. Хорошо. Духи, призраки. Ага, у меня вот 2000 душ. Хорошо. Стена у нас не сломалась. Может, мне нужно, типа, человечность как-то сделать себе. Ну-ка, посмотрим. Level up. У нас выделяется то, что мы прокачиваем. Это у нас сопротивление, как я понял, физ-атакам, дамаги, да, обычным. Короче, это на ХП у нас и на сопротивление. Здесь у нас стамина, энергия плюс ХП. Сопротивление — это сопротивление. Сила плюс атака. Ну, тут плюс 30. 14. 14. ХП вообще мало дают, плюс дамага тоже мало. 3. Такое вам скажу. Пока что прокачивать я точно не знаю что, но лучше, мне кажется, стамина, потому что он начинает с одышкой. Но энергии, ну что это, смотрите. Две энергии. Это ж мало. По сути, урон тогда лучше прокачивать. Крит, дамаг, бонус. Так, это нам показывает, что нам дает. Бла-бла-бла. Хорошо. Прыжки у нас тоже тратят энергию. Вот это вот интересная механика. Здесь еще нужно понимать. Так, колокольчики способствуют для. Короче, это телепортация у нас. Так, какие что-то там старые. У нас, по сути, в инвентаре должны быть новые предметы, нет? Нет. Инвентарь. А, это старые деревяхи. Окей, ключи. Так, миссия Анвелса. Статус. Карта у нас все еще закрыта. Так. Где мы смотрели с вами миссии? Был раздел миссий. Ладно, не суть. Ого. Ого. Типа босса. А вот этой херней нужно уворачиваться. Трон.
раскидывают. Так, стамина, стамина. Умри, умри. Скелетон. Босс Defense. Короче, босс уничтожен. Какой-то жук. Давайте не будем забывать, что это альфа. Это даже не бета, это альфа. Это только как бы наброски игры, наброски как бы идей. Пока что довольно интересно сделано. Но я бы немножечко бы отредактировал именно планку тут сверху. Ага, это у нас типа переходы между локациями. Окей. Вот это немного сделано, но как... Я думаю, не очень, что ли. Оно сколько хилит? 300 хилит. И она, кажется, у нас не восстанавливается. Я бы сделал типа... Соглашаемся мы или нет на переход на следующий. Свиной батут. Так, мы типа выбрались из недра земли, да? Не, ну, блин, я не знаю, стамина по сути играет важную роль и не играет. Вот хп, да, ну типа восстанавливает много. Ну как не восстанавливает, дает. 30 хп это в принципе нормально. С другой стороны, а, хотя и урон, блин, я не знаю. Мне кажется, лучше в стилу качаться, потому что он дает все нормально. Конечно, энергию не дает. А вот где у нас миссии были. В костре. Миссионс. Вот, мы получили древо. Дамаг. Дейлс дамаг. Next level 100. ХП 200, линк дамаг, это типа у нас эти есть, сопровождающие нас, или типа того, что у нас еще там было, тревел закрыто, пока что не очень удобно именно самоуправление. Видите, типа у него идет одышка. Но мы можем все равно смотреть. Даже после конца и сделать еще один удар. Здесь уже у нас идет типа не проработочка. Крафты. А, типа она не работает. Хорошо. Это котел типа с водой у нас так выглядит. Пешки. Видите, оно как бы и станлочит врагов, и как бы и нет. Так, у нас новое оружие появилось. Вот тут вещей. Новое, новое, новое. Так, урон. 55 и плюс 8. Как бы... Нет, мне он не очень нравится.
меч получше, и тут уже тоже у нас идет такая система, как плюсы и минусы оружия. Как бы 55 плюс 8, подождите, это у нас 63. Здесь 64 урона. Но! А тут и плюс затрата побольше энергии будет. Ну, мне меч более нравится, чем то орудие. Немного, конечно, непонятно, откуда у нашего скелета такой предмет. Куда я вообще иду? Зачем я иду? Типа я не могу именно опустить? Или по сюжету я ее опустить не могу? Что-то странновато. И дает, типа, и не дает. Так. А не, все-таки вот этот помидор, или как его можно по-другому назвать, он у нас восстанавливается. Я понял, почему. Я тупанул. Нужно было просто в двери зайти. Не, ну, как бы сказать, прикольная игруля. Может, давайте, я думаю, на этом закончим. Типа, мы были под землей, мы убили босса, в следующей серии мы продолжим проходить данную игрулю и посмотрим, что с этого получится. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.